Что там Маркичева делает? Вот это да. Не ходи на пол, Маркович, босиком. Давай, иди с горки, скатись. Мама тебя заснимет, как ты катаешься. Давай на горку. Это батут. Залезай. Там рассказывают, какие цвета. Не страшно. Не бойся, Марк. Давай, катись. Ура! Это очень... Тест на коронавирус здесь делают. Контейнерах. Чтобы попасть в больницу, нужно сначала... О, кто-то лекарство потерял. Нужно сначала сдать тест на коронавирус. Вот сюда мы ходили. В контейнер. Вот здесь делают тесты на корону. Заказали себе чемодан. Мы сегодня пока гуляли, нам его принесли, поставили под дверью. Но у меня, к сожалению, только две руки, поэтому... Как он стоял под дверью, я не сняла. Выглядело это вот так. Вот такой чемодан. Там было написано, что он весит 5 килограмм. И что-то он такой легкий. Либо я уже так привыкла Маркичелла 15-килограммового таскать, что мне кажется, что он легкий. Но он прям вообще прям... Невесомый. Я даже могу одной рукой его поднять. Сейчас распакуем, посмотрим. Ты в чемодан? Цвет был рандомный, поэтому какой прислали, такой прислали. Ну а то она и распродажа. Сейчас посмотрим, что там внутри. Да, и тут чехол еще. Чехол в подарок. Да? Поэтому, в принципе, без разницы, какого цвета чемодан, чехол оденем и будет серый. Никто не догадается, какой он там внутри. Ну, нормальный большой чемодан. Маркуш помещается. Да, Маркичелла? Да. Ну, отделение второе тоже. Такое нормальное, не такое, как у меня в чемодане. Маленькая. Ну, отлично, что... А, за 33 тысячи вон мы купили этот чемодан. Распродажа была 80%. Он без возможности выбора цвета. Но я считаю, что это того стоило. Так выглядит чехол. Ну, конечно, немножко, может быть, просвечивает, но мне кажется, не особо бросается в глаза, просто там что-то темное. Ну, я вообще считаю, что не принципиально, какого цвета чемодан. Маркуш, не залезай, а то сломается сейчас чемодан. Чемодан вроде как фирменный, но на коробке написано Made in China. Не знаю, то ли это подделка, то ли это реально делают в Китае. Надо поискать информацию про это. Колеса здесь, да, видишь какие? Колеса, кстати, тоже фирменные, с надписями.
Но я надеюсь, что хотя бы один перелет Аэрофлота он выдержит. Это наш Аэрофлот так бросает чемоданы, что... Что может быть и после первого полета он сломается. Ну, посмотрим.